Итак, после премьеры анимации, не знаю, кто смотрел, не смотрели ли вы. Так, давайте все это дело дальше докорректируем. Здесь что я сделал? Я уменьшил покадровку именно до 15 кадров. Так, постмод, английская А. И значит, вот они, 15 кадров бега. Вот. Теперь собака бежит быстрее, а изначально ее бег вот был вот таким. Смотрим. Так, теперь нам нужно чуть-чуть, наверное, добавить какой-то реалистичности вот этой вот ткани. Вот этой. Давайте зайдем в Object Mode, выберем вот эту ткань и поскульптим ее немножко. Так, сначала нужно создать еще шапки. Так, где они тут находятся? Вот, шапки плюс. Это базис базовая. И еще один раз плюс. Теперь будем, значит, эту прибавляем. Вот этот шапки до конца. Заходим в Sculpt Mode. Смотрим нашу анимацию. Так, и вот здесь где-то. Давайте моб вытяжку, вот эту вот тянучку поставим. Теперь X симметрия, F английская, кисточку сделаем побольше. Так, немножко приподнимем и деформируем вот эту цифру 15. Опять же смотрим, чтобы вот, ну как, более-менее вот здесь вот тоже, сказать, складочка вот это была. Так, можно даже ремень немножко заставить играть. Так, здесь она сужается, значит, ремень уходит вот сюда вот кверху. Вот так. Эта штука тоже немножко сползает вниз. Но вот эту штуку можно еще побольше как бы задрать. Вот так. И вот здесь тоже. Создать ей парусность вот такую. Так. Вот таким вот образом. Во. Вот шипкей теперь прописался. Должен прописаться. Заходим. Так, проверяем. Давайте, как он будет. Во, видите? Шипкей работает. Все нормально. Теперь мы добавляем в Object Mode, выбираем кости. Так, сначала шипки вот этот. И давайте его поставим на место. И на четвертом кадре, так, не на четвертом, здесь вот он скручивается. Вот, на шестом кадре давайте его до конца вытянем. И пропишем, значит. И так, а на первом кадре его уберем до конца и пропишем тоже, как и был. Во. Теперь он, значит, здесь на этом кадре тоже нужно создать шипки, потому что его теперь начинает, видите, тут подтягивать. Так, ну, здесь можно его тоже, так, вернуть назад, вот так, и сейчас наползание сделаем вперед, значит, здесь где-то вот так, и он уходит на нет, все прописываем, вот. Так, здесь он на рывке поднимается, а здесь он должен уже растянуться. Значит, вот этот еще G поближе. Так, а куда ж поближе, да? Шестой, седьмой, восьмой. Ладно, на восьмом его оставим. И теперь выбираем
делаем еще один шипки, и можно их переписывать, допустим, ветер назвать, это, допустим, наползание или ползет, там что-то в этом духе. Создадим еще один шипки. Вот, до конца его тоже ставим. Заходим опять же в Sculpt Mode. И здесь у нас ситуация другая. Здесь он должен, значит, вот по вот этой лапе наползти кверху. Ну, так как-то, да? Здесь он опускается на эту штуку. Здесь тоже как бы натягивается ремень этот. Так, число 15 сильно растягивать тоже не надо. И вот этот ремень можно чуть-чуть, ну давайте на шею передвинем вот так, раз. А это еще вверх. Вот таким вот образом. Так, это значит такая штука. Чуть-чуть ее поменьше. Смотрим за ремнями, чтобы ничего не скрылось. Ну вот, что-то в этом духе. Так, и можно это все дело прям побольше вот так вот раздуваемость поставить. Во, будет нормально. Проверяем. Во, нормально. Заходим теперь в Object Mode. Ставим на 9. И на 9. Так, тут бы на 8. Ладно, ставим этот G на 7, а этот на 8. И здесь ставим до ука без упора. А здесь, вот, где он уже вверх пошел, вот здесь, ставим до упора наползание, продлеваем это наползание, допустим, ну, где-то до 12, чуть-чуть ее можно тут уменьшить, чтобы движуха была, и потом вот на этом кадре возвращаем все назад, прописываем. Ну, смотрим, что получилось. Вот. Немножко это все как бы рывками, потому что по кадровке мало. Значит, тут она наползает. И давайте попробуем вот этот G на 10, этот на 9, а этот на 8 поставить. Этот тогда ставим на 5. Так вот, у нас ткань уже работает. Уже вроде бы все нормально. Вот сбоку даже прикольно. Все это еще нужно сгладить. Так, еще что делаем? Теперь займемся собакой. Добавляем шипки. Выбираем собаку. Базис опять. И добавляем кей. Это будет у нас движение вот этими мышцами и шеей. Видите, у нее шея надувается, у нас тонкая. Так, теперь ее до упора. Заходим в Sculpt Mode. Да, Sculpt Mode. И смотрим так. Вот здесь шея вытягивается. Так, а вот здесь она как бы вдавливается, да? Мы ставим вот эту часть. И здесь так, Ctrl-Z, опять же, по симметрии будем тянуть, собака симметричная. Так, здесь чуть-чуть шея уходит, или даже, вот, да, чтобы здесь потоньше была. Так, а задница...
Так. Задница немножко вот так вот надувается. И лапы чуть-чуть потолще становятся, а эту часть вот так уводим. И, в принципе, это где-то вот тут надо ставить. Тогда еще один шипкей надо будет добавлять. И вот здесь вот собаки делаем побольше вот этот переход. А вот здесь грудину прям выравниваем. Раз вот так. Ну и лапы чуть-чуть корректируем. Здесь можно чуть-чуть потоньше, а вот эту часть повыше натянуть. Также можно ноги корректировать. Всю штуку вот эту, короче. Это вот таким образом. Проверяем. О, видите, насколько она движуха у нее создается тело. Многовато, возможно, но не суть вопроса. Значит, прописываем. И а здесь перед ней на первом кадре ставим по минусам. Тоже и. И вот раз. Собака надувается. Раз. Опа. Потом она бежит. И тут надо, чтобы вот здесь, где она вытягивается уже, на минуса. Можно не на сильные, вот на такие. Так. Тогда сейчас еще сумку будем эту поправлять. Так, теперь. Здесь у нее получается что? Вытяжка. Здесь она вытягивается. Раз. Вот. А здесь она опять как бы надувается. Да? Ладно. Смотрим, что получилось. О, да, вообще бомба. Теперь поправляем вот эту сумку. Заходим в Object Mode, выбираем сумку. Так. И желательно, наверное, на первом шипке. А так мы можем вот шипки еще прям перепрописать. Ну, давайте его просто перепропишем. Смотрим, что получилось. Так, а на первом кадре. Так, а ну-ка. Так, проще тогда давайте так. Удалим все шипки. Вот эти прописки, значит, delete. И вот эти прописки delete. Так, смотрим, что получилось. Ага, и собаку удалил. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Это кто у нас? Итак, вот эта шмотка. Она шипки удалил, а шипки остались прописаны, да? Ну, давайте их тоже удалим. Делит. Собака надутая остается. Первый базовый у нас тоже остается. Прописываем еще один шипки, прибавляем и будем уже под тело, значит, регулировать. Так, заходим в Sculpt Mode. И вот таким вот образом это дело так, регулируем. Водку нужно пить регулярно. Регулярно в одно время.
Так, это значит нормально. Здесь можно еще больше задир поставить. Середину поднять. Как-то, я не знаю, поменьше кисточку, наверное. Так, ну что-то в таком духе. И вот этот ремень, значит, чуть-чуть вперед, чтобы у него движуха создавалась. Повторяюсь, конечно. А это спустим. А это чуть-чуть задерем. Прописываем. И так, а вот здесь на первом кадре подписываем и теперь на четвертом так вот это где-то на шестом значит это все дело уменьшаем прописка. Так, а вот здесь нужен другой шипки на ползание, да, значит, Object Mode плюс еще один шипки до упора. И теперь опять же Sculpt Mode. Смотрим, так. Так, а вот здесь будет у нас уже на ползание. Так, и она как бы должна раздуваться. И ремень тоже должен натягиваться. Так, это должна сюда уходить, а это, возможно, ветер отсюда должен сквозь нее пробегать. Так, здесь побольше. Так, здесь побольше. И ремень вот этот на душу шеи. Ну вот, уже прикольно прописываем и, а сюда прописываем по нолям, даже не по нолям, а чуть движуху создаем. Вот так, и потом он приземляется, и здесь вот тоже регулируем вот так чуть-чуть. Так, а здесь ее ставим. А здесь другой шипкей поставим, короче. Вот этот. Вот так, что ли, задерем. Угу. А на 14-м чуть-чуть его уменьшим. Проверяем. Бац, бац, бац. Все. Тряпка задвигалась. Ну, может, не так, как хотелось бы. Но это все-таки эксперименты. Так. Вот и все. Так. Можно вот здесь еще добавить, значит, это уже собака шептей. Значит, выбираем кобеля. И здесь добавим еще каких-нибудь движух. Вот, вот так. Так. А здесь чуть-чуть поднадуем. Во. Ну и это бомбично. Это нормально. Теперь сделаем такую штуку. Выберем вот эту плащ, сделаем Shader Smooth. Выберем кобеля Shader Smooth. Я ему не делал. Ну вот, симпатюшно, но вот только получается этой шапке нужно будет на
другую вот эту арматуру уже добавлять. Alt-H. Так, это где тут отключил я? Вот она еще собака. Давайте на нее применим все вот эти причиндалы. А вот эти шипки применим, наверное, вот к этой тряпке. И посмотрим, получится, нет. Так, empty пока можно отключить. И для рендера, и так, короче. Вот этот трик мы теперь delete. Выбираем вот эту собакевичу. Так. Тут чуть-чуть будет сейчас заморочка, потому что я не оставил базовую позу. Но это все поправимо. Так, сначала я файл это save. Сохраню. Теперь выбираем кости, заходим в post mode. Английская А. Теперь, значит, G. Передвигаем всю покадровку, ставим, а ничего не ставим, сейчас прописываем Alt G, Alt R, Alt S. Так, и тут почему-то ничего не хочет. Может, потому что шипки назначены. Alt G, а вот не дожал, Alt R, Alt S. Все. Прописываем. Lock rot, это будет базовая поза, и надо ее ввести G на нулевой кадр. Прописываем, значит, вот эти, так, прописываем G по кадровку назад с первого кадра, выбираем нашу вот эту вот, так, нашу вот эту арматуру. Единица на нампаде, Shift D, щелчок. И теперь мира, а просто переведем на нашего пса. Так, смотрим, чтобы так камера не нужна. И свет пока тоже не нужен. Так, вроде бы попало. Выбираем кобеля, выбираем кости. Ctrl-P, Quit Automatic Widget. И вот у нас бегут уже две собаки. Все это дело хорошо, но теперь нужно вот эту штуку выбрать. Выбрать через Shift вот эту штуку и сделать Ctrl. Жмем сочетание клавиш, Ctrl-L, Link Object Date, материалы, анимация, коллекция, modifiers, maps, mesh, that, анимация. Нет. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Это значит Ctrl-L, object date. Нет. Ctrl-Z. А, понял, подождите. Вот эту 17 номер выбираем и на эту. Ctrl-L, анимация. А ну-ка. Это не анимация. Ctrl-Z. А, я шиту. Шкуру вот эту не привязал. Значит, шкуру выбираем вот эту и кости. Вот эта шкура и вот эти кости. Ctrl-P with empty grow. Теперь, значит, только шкуру. Модификатор. Арматура уже есть, привязана была. Пардонте. А так не привязана. Ctrl-Z. Ладно, удалим привязку и перевяжем заново. То было к другим костям привязано. Ctrl-P.
with empty group, выбираем шкуру, выбираем дата трансфер на кабеля, vertex group, apply. Так, все бежит, все трясется. Но теперь нужно вот эту всю анимашку, вот эти все шипки, копировать вот на эту штуку. Так, вот эту штуку, 17 номер, выбираем 15, Ctrl-L и выбираем, так, анимация. А ну-ка, нет, Ctrl-Z. Кости-то я копировал, Ctrl-L, update, нет. Ctrl-L. Так, а фига я мучаюсь. Ерундой страдаю. Значит так, выбираем вот эту шкуру. Копируем Ctrl-C. Вот эти все анимации. И выбираем вот эту шкуру. И Ctrl-V. Ага, не работает, да? Значит, по-другому выбираем. Правой кнопкой мыши копии. А на эту, значит, паст. Не хочет. Короче, шипки нужно заново назначать, по-моему. Так, а ну-ка, пробуем еще одну штуку. Ctrl-L. Link Object Scene Port. Instance коллекция. Link коллекция. Материал, анимация. Ну, по идее, это объект. Вид меняет. А ну-ка. Итак, посмотрел я, как переносится шипки, но вот своей проблемы не нашел. Тут вот есть какая штука. Значит, ставим на тот... Вот в этой позе, да, вот шипки. И копируем Shift-D. Вот этот наш, вот сказать, скафандр, да, этот, форму. Теперь переключаемся на нее и удаляем все шипки вот эти. Так, выбираем вот этот кей. Переключаемся на базис, вот этот базис. Так, теперь... Через Shift на эту штуку и делаем плюс. Или сейчас попробуем сделать трансфер. Базис 0.1. Так. Базис 0.1. Теперь выбираем опять вот эту штуку. Переключаемся на Shift Key. Делаем трансфер. Есть. И теперь переключаемся на эту штуку. Так. На первый вот этот кей. На второй. И на этот тоже. И назначаем трансфер шип кей. И получается вот они. Две штуки. Движутся. Значит одновременно. Вот такая штука есть. Тогда синяя, если сейчас синюю скопировать, нужно ее будет по собаке опять переписывать. Так, эту значит delete. Выбираем вот эту штуку, выбираем второй 17 номер. Сначала вот эту штуку переключаем на базис. Переключаем на эту штуку, делаем transfer shift key. Не работает, да? Делаем базис. Теперь убираем вот эту штуку и вот эту. Так, на первой переключаемся на кей и на эту. Вот не работает у меня эта штука. Видите, матюкается, потому что это разные, как скопированные на копированную еще можно. Допустим, вот собаки на собаку.
Ну, а если я буду копировать собаку, вот эту, все то же самое останется. Так что это дело мы тоже, у меня провал. Буду искать информацию, если кто-то знает, подскажите. Будем делать, как и раньше, по старинке. Выбираем нашу вот эту тряпку, заходим в шейдинги, шейдеры. Отодвигаем, значит, текстуру и находим в колоре color high starization вот этот. И поменяем здесь цвет вот этой нашей тряпки. Так, была красная, станет зеленая. Но вот единственное, что номер нельзя менять. Ну вот хотя бы таким образом. Так. Так, если коричневую, вот желтую можно поставить, всякую. Так, а если собаки наши, вот этой собаки, тоже добавить такой же G-Color, Color Child. И посмотрим, что будет с собакой происходить. Сейчас посмотрим. Ну, можно чуть ли не желтую собаку. Вот такую можно сделать. А если поставим точка 54, Enter. Или так. Точка. Так, сколько? 45. В принципе, вот получается разный цвет собак. Тут нужно его подкорректировать. Чуть-чуть, допустим, там 458 или 470. Точка 470. Так. Точка 486. Ну, что-то в таком духе. 525. Точка 545. Ну, такая штукенция, значит. 645. Вот последнюю какую ставим, допустим. 0,8. Ну, такая получается. Не ахти, конечно, цвет, но меняет же. Ну, а лучше, конечно, наверное, сделать еще пару собак с раскрасками, с текстурами. И будет зашибись. Вот такая штукенция. Так, вот такая информация. Вот такой у них бег. Тряпка уже мотыляется, мышцы вроде как ходят. Можно еще шибки больше понадобавлять. И устроить тут такую быструю гонку. Еще камеру поставить, и чтобы они вот так вот бежали, несколько штук. И одна камера за ними вот так вот. От первого лица. Все, всем пока, до свидания. Вот такая информация. Вот такая анимация.